Всем привет! С вами сайт Soulfinder. И сегодня у нас в студии долгожданная модель элитной серии LeBron Z12. LeBron 12 Elite. Столько новинок выходит, что возможности рассказать об этих кроссовках пока не было. И вот они попались, наконец-то. Для них нашлось время. Второй кроссовок я сразу достаю. Ставлю его на задний план, потому что расшнуровывать мы его не будем. Пусть он общую картину, так сказать, украшает. У меня в руках какой-то интересный цвет, приуроченный к серии. Они выходили... Эти кроссовки выходили паком трижды, ну, скажем, паком коллекций с Дюрантами и с Брайантами. И все три были в схожих цветах. Вот эти кроссовки принадлежат к одной из таких трех серий. 12-е Леброны модель, ну, достаточно популярная. И я думаю, что 12-е Элит были бы популярными тоже. Если бы не одно «но». Одно «но» – критическое «но». Это цена в России. Цена 15 500 рублей для кроссовок, она, конечно, великовата. Ну, естественно, мы говорим усредненно, мы не говорим про кого-то конкретного, но, тем не менее, люди редко рассматривают себе эти кроссовки в качестве там повседневной обуви, регулярно игровой или тем более для игры на улице. Итак, просто 15 500 рублей держу я в руках. Это примерно 7 500 рублей. Сейчас находится в данный момент. Я расскажу вам об этой семерке чуть подробнее. Базовый комплект у нас остался. Немного поменялся корпус. На мой взгляд, конечно, очень сильно не хватает карбона. Но решение этому есть. Итак, базовый материал – это гиперфьюз. Здесь идет небольшое чередование с таким сетчатым материалом. Вот вы можете видеть сетку. Также сетка идет в качестве окантовки в этой области. И вот такой небольшой узор, идущий по всему кроссовку. Значок Swoosh у нас съехал прямо на носовую часть. Довольно необычное решение. Если он раньше измещался где-то поверх, то он все равно был несколько скошен в сторону. Сейчас он прямо на носовой части. Шнуровка. Ну, кто смотрел предыдущее видео про обычную версию или же смотрел про низкую, по-моему, я тоже упоминал об этом. Шнуровка, конечно, у этих кроссовок невероятная. Невероятно неудобная она. Невероятно специфическая. Вот в этом месте, где идет просто разрез в корпусе, затянуть кроссовок практически невозможно. На основной игровой версии, не элитной, этих отверстий значительно больше. То есть здесь у нас одно отверстие, а дальше идут чередования нити fly wire. Вставка пластиковая пропилена насквозь. Опять нити fly wire и опять пластиковая вставка. То есть вы видите такую некую комбинацию. Но основное место, где каждому баскетболисту хочется затянуть посильнее, это носовая часть. Ну, как это сделать, я не знаю. Вот я попробовал, мне неудобно. Достаточно, ну, относительно все. Оно... Это творение не стягивается шнурками. Добавок еще шнурки с небольшим спандексом. То есть они тянутся. И зашнуровать их в нижней части очень-очень сложно.
В верхней части у нас еще, кстати, имеется небольшой представитель фауны. Царь зверей, так сказать, лев. Точнее, его лицо. Выполнено оно из того же материала, что и пластиковые подпорки. Прошу прощения, пластиковая вставка на пятки, фиксатор, который уходит также во внутреннюю сторону. Вот как выглядит это на подошве. Прозрачная часть. Именно об этом я говорил, что я считаю, что здесь должен быть карбон. Даже за эти 300 баксов в Америке, я думаю, что карбон не жалко было бы сюда поставить. В области пятки петля, она отдельно стоящая, отличается от обычной версии. Тут у нас троечка, тут двоечка, 20 троечка. Много текста написано здесь. Не знаю, будет видно или нет, но в общем написано там, если вкратце, кроссы созданы для Леброна. Он крутой парень. И только для него они и придуманы, и изобретены, так что радуйтесь, что они у вас в руках или на ногах. На язычке у нас видны клыки. Клыки, наверное, того же льва. С внутренней стороны стеганая подложка, очень мягкая. Ну, она на самом деле не стеганая, она выполнена в формате такой, схожей со стеганым. Это довольно любопытно. Область пятки очень низкая, прям очень-очень, всего один палец, но это как низкие кроссовки, как Kobe 10, допустим, или LeBron 12 низкие, это такое специфическое решение, но это дает свободу игроку. Подошва прозрачная, IC Soul, и такие вот гекса-шестигранники. Каждый отдельный содержит в себе баллон зум, что помогает распределять нагрузку и динамичнее реагировать на нее в разных местах в разное время. У нас, в общем-то, сегодня вы могли заметить, немного изменилось музыкальное сопровождение. Это вызвано тем, что на YouTube сейчас начали активно бороться за авторские права различных музыкальных исполнителей, а наши лучшие друзья Kanye West и Eminem, они практически всегда фигурируют в этих списках, и некоторые видео наши блокируются в некоторых странах. Чтобы этого избежать, мы сейчас попробуем, может быть, в тестовом режиме послушать такую мелодичную музыку. Я, честно говоря, засыпаю. Сегодня, наверное, было всем очень интересно слушать про элитную модель. У нас еще впереди будет элитная КД. Сейчас подспал уже новый сезонный товар в некоторой степени, поэтому я думаю, скоро мы их опубликуем. А также в ближайшее время мы расскажем про одну старую модель Jordan, которая не попала пока в ретро. Ну и тем самым мы немного подзаполним оставшийся недостающий список, который должен состоять из 23 моделей, а у нас, по-моему, сейчас 20. Итак, друзья, сегодня были элитные кроссовки Леброна. С вами был сайт SoulFinder. Не забудьте приходить к нам теперь по средам. До новых встреч!